Да, расскажи свою идею. Я сделала деревянную мусорку, там у нас есть курильные трубки. Угу. И курильные, курильные трубки это что? Сигареты. Да. Угу. И когда они уже использовали, то пойдет эту мусорку. Когда они уже использованы? Да. Курильные трубки. Ну, ты говоришь использованные. А как сделать так, чтобы люди не курили вообще? Запретить курить. Ну, это когда-то хоть останавливало людей? Нет. Я просто говорю. Людей останавливали запреты? Нет. Да, нет. Вот я почта куплю какую-то куриную трубку в магазине. Представь, сколько ты привезешь денег этому магазину. Он будет доволен и закажет еще больше курильных трубок. У меня нет вопросов. Эмили, как запретить курение? Чтобы люди не курили. Чтобы они не гробили свое здоровье. Окей, когда ты вырастешь, ты будешь курить? Блин, я хотела курить, чтобы было длинно. Да, в следующий. Но все равно я сделаю вот такую мусорку. Какую мусорку? Деревянную. Деревянную, да. Ты тоже говорил, да. А я тебе обманчу. Я могу сказать да. Ты любишь меня? Да. Когда место закончится, то я хочу списку, все и... чтобы мусорка вся осталась. Согласен. Людей ничего не осталось. Ну, я помню, как на Синдерелла, когда мы ехали в Швецию, я помню человека, который курил на палубе. Да, да, их полно, их полно. Я тоже. Ну, вообще, на палубе нельзя. Просто есть такие места, где как бы им нужно. Да. Почему мне не золото? Честно. Ты еще маленькая. Неправда, неправда. Или я сейчас начну... И в ушах золото. Или я начну, тогда от моей старости у меня будет много-много золота. Тебе в старости нужно золото? Я, поверь мне, я тебе все золото отдам, когда буду старой. Нет. А ты еще будешь молодой. Нет. Я хочу, чтобы сейчас начать, чтобы уже к 20 годам у меня был приличный выбор золота. Мама. Сегодня. Мам. Я поняла. Я поняла мама, тебя. Я да. Я тоже тебя люблю. И носить на бревно. Ну, пиво. На бревно. Украсить уже использованные сигареты. Потом, когда место закончится, то я французскую и сосу все. И тряпками. Угу. Я ничего не Мы почти в пустом вагоне. Я твой телефон. У меня и золото, и телефоны, дети. Скажите, как вы относитесь к сортировке мусора? Вот то, что сейчас делают уже, стекло отдельно, картон отдельно, бумага отдельно. Биологические отходы отдельно. Как вы к этому относитесь? Хорошо. Это правильно. А сигареты на автове пасывать, мусорку телевать. И потом засекать. А что, куда уходит бумага, которую уже использовали? Ее перерабатывают, и она идет на новое производство. Например, делают туалетную бумагу. А что, если она непригодна? Почему? И ее так очищают, я. Отбеливают. И больно. Да. А нет, там такие специальные реагенты, химические вещества, что эту бумагу реально возвращают к жизни. Поэтому стоит сортировать. Да, Лукас? Что такое художественный установщик? Это кто все это придумал? Ну да. Ломать лего. Это бумага. Да. Художник да. Ваш костюм. Ну, это мама, конечно же. Специалист по кастингу. Если бы я купил землю... Только мама. Если бы я купил 50
президентом, то вся земля. По кастингу. Если быть президентом всей земли, то я бы за 5 пулей. Правильно, Зайка, правильно. Почему это президенты не делают, да? А я пи. А просто ты бы? Так, чтобы все были цыплят. Что? Все не упоевали симпат. А, конечно, чтобы табак? Цыплята были и живые, здоровые. Откуда да. появился табак? Ну, его выращивают, кстати. И еще, как чай. Лукас может быть президентом. Типа да. И ты тоже можешь быть президентом. Или он может работать на ферме. И Никлас может быть президентом. Почему бы и нет? Я хочу. Кто я хочет выиграю. Быть президентом? Я хочу. Ну, там выборы надо стани... прям. Да. Никлас, потерялся. Надо говорить хорошие вещи, которые всем нравятся. Да. Всем людям. А только меня не... Правильные вещи. Аппетит, только, за меня за... только за меня не заголосуют, если я скажу. Надо запретить курить. Ну да, потому что очень много курильщиков, поэтому за тебя они голосовать точно не будут. Тогда, да, Лукас? Тогда запретится кинчать пилотов. Припасывать вот, мусор правильно. В мусорку. Да, вот на природу надо давить. Виноват. Правильно. Угу. Вот с природой, может быть, даже что-то и прокатит. Да? Вот почему Ника смотрит. Например, он может курить. Чистите природу. Чистите природу. Берлёту относитесь к окружающей иди, среде а с любовью. Чистите воду. И воду тоже. Берегите природу. Да, и знаешь что? Когда Никас главный станет президентом, то он скажет, запретит курить. Правильно, да. Когда он уже будет президентом, тогда потихонечку, помаленечку. Только я не собираюсь быть президентом. Ну, конечно. Это все. Очень я такая ответственная собираюсь. Профессия. Я космонавтом президентом. Никлас будет космонавтом. Там есть сыпота. Ну, Лукас будет на ферме работать, да? Ну, Никлас. А Элиас у нас кто? Кем хочет быть? Еще не знаешь? А тоже космонавтом? И ты тоже космонавтом? Ого, это что-то новенькое. У нас все космонавтами будут. А ты и президентом тоже? А вас не вырвет. А вас не слишком много желаний? А я готова работать на всех работах. На всех работах? Ты не разорвешься, конечно. Ну, например, космонавтом в Финляндии, мне кажется, это сложнее. А пилотом почему бы и нет? Да, пилотом. Сначала пилотом, потом космонавтом. Да, это... А я первая на ферме, потом президентом. Угу. А я с Натальей, пилот, если мне понравится, то я останусь. Там я все паски пью. Конечно, да. И вообще это... звери очень милые. И мы их можем собирать домой бесплатно. Эмили делает видео. Да. Не или... подглядывайте, это для вас сюрприз. Когда потом будет интереснее. Сегодня? Когда будет. Премьера ожидается завтра. Сегодня уже поздно. И... У нас получается еще после этой одна остановка, да? Нет, нет. Я вот знаю, что там будет. Ну, не надо говорить, конечно. Тем интереснее будет потом, не правда? Не все. А, ну все, на следующий мы выходим. Как ой, точнее, мы уже выходим. Люди, мы приехали. Подождите. Ну, покажи немножко. Потом будет сюрприз. Это же реально уже леповара, да? Значит, наша остановка. Выходим, дети.